Она. Ответь мне, только честно, да или нет, хорошо? Он. Спрашивай. Она. Почему мужчины смеются над блондинками? Он. Да. Вчера сижу, скучаю. Тут, опа, свет вырубили. Иду на балкон. Вижу, что у всех соседних домов света тоже нет. И вдруг крик. Блять, Коля, я же тебе говорила, не включай эту бритву, она не рабочая. В силу того, что редко захожу в Facebook, всегда охватывает паника при виде надписи. Что происходит, Данил? Поле ввода статуса. Я и программирование, как девственник с Камасутрой. Вроде все понятно, но ни хера не получается. Вот нынешнему поколению совсем ничего не надо. Ни хобби, ни дружбы, ни родителям помочь. Мне кажется, если начнется атомная война, то они будут смотреть ее отрывки на ютубе и лайкать. Зачем обои-то сосать? Они бумажные, невкусные. Клина крахмалит целлюлеза? Месье не любит колбасу? У меня в голове куча мрачных мыслей о бессмысленности жизни и самоубийстве, но я их не трогаю. Это на Новый год. В порыве страсти он сорвал с нее трусики через голову. Сегодня залезли в лифт, который вмещает 3 человека в 6. Нас спросили, вы что, совсем? На что получили ответ, а нам все равно вниз. Вчера ехал по федералке на машине. Рядом проходит железная дорога. На встречу идет локомотив и пару раз моргает фарами. Сбавляю скорость. И точно, впереди ограничение 40 и следом экипаж ДПС. Извините, вы не можете использовать указанный пароль. Такой пароль уже использует пользователь Миша. Пожалуйста, придумайте другой пароль. Муж сегодня отжег. Говорит, если ты не хочешь сказать мне что-нибудь приятное, просто тихонько шепни на ушко. А я ему, милый, тебе завтра не на работу. У меня в последнее время ощущение, что современным детям старшего школьного возраста катастрофически не хватает звездюлей. Привет, давай знакомиться. Привет, давай, тебе сколько лет? 12, а тебе? 30. Мама симпатичная? Из писем к Санта-Клаусу. Дорогой Санта, все, что я хочу на Рождество, это твой список девочек, которые вели себя плохо. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?